11 июля в Каспийске состоялось открытие мемориальной доски в память о заслуженном работнике ЖКХ Российской Федерации и социальной сфере Республики Дагестан Нуха Ахмедова. Он родился в ноябре 1949 года в селе Цущар Кулинского района. После окончания школы в 1965 году поступил в Каспийский филиал Кораблестроительного института. Отсюда и началась его деятельность в муниципалитете. В будущем Нух Гаджиевич занял пост первого заместителя главы администрации Каспийска и получил медаль, посвященную 300-летию российского флота. Открыла мероприятие торжественная речь у заместителя председателя собрания депутатов города Каспийска Азы Алиева. Он знает лучше всех. Он лучше, чем другие заслужили, чтобы увековечить его память. Мне очень приятно, что сегодня и видеть, и слышать здесь то много людей, которые работали с ним. Спасибо всем, кто пришел, и родственникам. Я хочу сказать, что ваш отец, ваш муж был прекрасным человеком. Родные и близкие Нуха Ахмедова рассказывают, что он был человеком слова, доводил все свои дела до конца, никогда не боялся говорить правду и всегда трепетно относился к своей работе и к Каспийску. Большое качество Нуха Гаджиевича, он был большим патриотом города Каспийска, поскольку родился в этом городе, хотя это в смысле основную жизнь он прожил в этом Каспийске, дети родились здесь, и поэтому во-вторых, это был мужественный человек, он никогда не боялся говорить правду. И эту правду говорил в лицо, невзирая на должности, на регалии и так далее. Поэтому с ним было и легко, и достаточно тяжело. Он никогда не предавал интересы города Каспийска. Нух Гаджиевич был не только хорошим работником, но и прекрасным отцом, мужем и другом. Он был уважаемым человеком, с которого брали пример не только коллеги, но и его дети. По словам его дочери Муслима Султановой, папа научил ее ответственно и с любовью относиться к своей работе. Это состояние, вот это его любви, да, его трепетного отношения к этому городу, он, конечно же, и прививал нам всем, чтобы мы всегда, где работали, относились к своей работе серьезно. Почетными гостями мероприятия стали сотрудники администрации Каспийска, депутаты собрания депутатов муниципалитета, представители различных ведомств, а также друзья и родственники. Право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю председателя собрания депутатов Азе Алиевой, жене и внуку Нуха Гаджиевича. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу и минутой молчания.